Вы открыли ворота Михайловского Златоверхового монастыря перед студентами, которые тогда убегали от правоохранителей с Майдана независимости. Вы ощущали какой-то момент риска в ситуации, если, допустим, власть тогдашняя одержит победу, что вас обвинят в том, что вы были, так сказать, вдохновителями экстремистов? Мы что вы... рассуждали иначе. Мы несем ответственность перед Богом, а не перед властью. Поэтому Христос сказал, воздавать Божие Богове, а Кесарю Кесарево. Поэтому мы, когда открывали ворота для студентов, которых побили, мы думали о Боге, о своей миссии, а не думали, как будет с нами поступать власть. Даже если бы нас и наказывал потом, если бы, предположим, победил Янукович и нас наказывал, мы бы терпели, но мы выполняли то, что должны были делать.